Ребят, я не могу. Я не могу! Да меня сейчас сожрут! Всем хай, с вами Юджин. Я хочу убить всех и каждого. И я это сделаю сегодня, прямо сейчас. Хорошая новость. Мы с вами включили генераторы. И, видимо, играя в Пакмана. Это похоже на Пакмана. Нет, это не Пакман, к сожалению. Теперь наша задача — это вернуться на станцию, которая находится... Стоп. Это подстанция. Red Road Street. Центр города. Офис метро. Что-то нам очень далеко, кажется, надо бежать. Комната управления метро. Вот до сюда нам надо аж бежать. А мы можем как-то поставить... Стоп, погодите, давайте поставим... Как это делается? Блин! Ненавижу, все непонятно, я не понимаю. Так... Сделать отметочку, нет? Отметочку нельзя. Когда вообще можно было? Карлос, это Джилл. Подача электричества в метро восстановлена. Прекрасно. На очереди система управления движением. Ее можно включить в офисах метрополитена. Ага, кажется, я знаю, где это здание. Правда? Прекрасно, напарница. На шаг впереди меня. Я тебе не напарница. Простите, мне надо чуть удобнее сеттинг свой сделать. За 6 лет я так и не сделал себе удобный сеттинг. Записываю, как придется. Как карты лягут, понимаете? Я такой непостоянный человек. Я вообще пофигист, если честно, не понимаю, как так получилось, что у меня канал 4 ляма подписчиков имеет. Я не знаю, что вы тут делаете, друзья мои, до сих пор не понимаю. Там обвалился забор, да? А забор-то обвалился. Погодите. Вовремя я решил сменить оружие. Стоп. Погодите. Через урну, через урну. Молодец, Джилл. Как ты там в огне тусил? Непонятно. Он напнул. Ай! Смотрите, он просто... Ни хрена себе. Он неугомонный. Блин. Ладно, тогда ружье не будем из рук убирать. Стоп, нам в эту сторону. Ну давайте попробуем сейчас как-нибудь. Вот он выскочил. Surprise, motherfucker. А я знал, что ты будешь здесь. А я знал. И не спрашивай, откуда. Жалко искриться. Жалко, он не подойдет к этому. Разбег! Разбег! Погодите, а как он здесь оказался? Не понимаю. Как ты... Хорошо, увернулся. Да, блин! О, спасибо! Он меня спас! Скорее, забегай! 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 Он не сможет пройти! Карлос, эта тварь еще живая! И преследует меня! Что? Беги, возвращайся на станцию! Хороший совет! Нет, сначала система контроля движения! А, фух, ладно. Все, все хорошо. Хорошо, что он не вошел за мной. Система контроля движения. Мы сейчас должны спуститься вот здесь, в аллее, через магазин пончиков и дойти до суда. Ясненько. Опа, сейвка. Ребят, это накал, накал страстей, напряжение. Так, в принципе, нам ничего брать не надо. Все это оставим при себе. Давайте используем отмычку, посмотрим, что даст. А вот что даст, интересно. Прекрасно, лечебный спрей. У меня как раз таки вот с этим были проблемы. С самолечением. О, боже. Блин! Как супергерой! Стоп, надо чуть позже уворачиваться. Смешные, какие смешные удары. А ты откуда вообще прилетел? Откуда он прилетел? Все, ты сюда не заходи, понятно? Нельзя тебе. Сейчас он опять сверху спрыгнет, да? Направо. А красные бочки взрываются? Я не знаю. Он зашел! Так. Оп! Вот, все, я понял, да, усвоил. Не усвоил.
Почему не получается никогда? Напоследок так тиранул мне. Ладно, внимание, оранжевое. Оранжевое, не красненькое. Пожалуйста, нет. Музыка, почему до сих пор играет музыка? Стоп. Там было. Музыка прекратилась, все. Спокойствие. Это мое. Это для меня здесь хранится. Да! Да-да-да. А здесь что, порох? Да, отлично. Вот здесь труп был. Он всегда здесь был? Я никогда не видел его здесь. Фу. Да. Карлос, я в комнате управления. Что дальше? Отлично. Теперь нужно проложить маршрут. Ладно, секундочку. Так, и куда нам же нам надо? Поезд стоит на Redstone Street, а нам надо Vox Park. Можешь это запрограммировать? Я же суперкоп, считаю, уже готово. Redstone, а где это? Vox Park. Ре. Са. Па. Стоп. Стоп, первый вот он стоит. Потом мы дальше идем фа. Это два. Потом Ракон Централ Стейшн. Да? ФО. Опять. А, вот Ра, хорошо. Это пусть будет три, да? И Vox Park уже, кстати, тоже выставлен. Дальше у нас идет Saint S.A. А, черт. Да, блин! Я не... Нет! Я случайно нажал. Просто случайно не ту комбинацию нажал пальцев. Не ту комбинацию пальцев применил. Бывает такое. Я думал, что можно назад. Придется... Saint S.A. 4. Правильно? А, R.A. Стоп. R.A. 04 надо. 04, да? Тогда хорошо, давайте сейчас посмотрим еще разок. Дальше там надо выбрать. Типа сюда нельзя, да? Короче, нужно выбрать R.A. 03 и S.A. 02. Действительный маршрут подтвержден. Карлос, это я. Маршрут для поезда метро введен. Джилл, ты молодчина. Крепкий орешек, давай быстрее на станцию. Мы пока подготовим поезд к отправлению. О, блин. Мы же все знаем, что это значит. Это проход через дядю, который очень большой. И весь такой доминирующий. С неба падающий. Опа. Хорош. Ну, мы не дадим его себя бить больше. Мы знаем, когда нужно уклоняться. Так. Давайте. Быстренько глянем. Сейчас. Где мы находимся? Вот мы здесь находимся. И потом нам надо... магазин пончиков. Станция метро. Нам нужно опять через магазин пончиков. И потом вот сюда, сюда. О, боги мои. Хорошо. Направо после магазина пончиков. Он сейчас где-нибудь уже здесь будет. Да ладно. Что это за фейсхаггер? Ему надо... Нет! Открой глаз. Открой глаз, тебе сказал. Открой. Смотрите, что делает. Рука дернулась. Оп. Да чтоб тебя. Все, все, нет. Мы так больше не можем. Спрей. Мы слишком вспотели. А, их много здесь. Так, хорошо, хорошо.
Лево, право. Благо он без рожи. Ну, он с рожей, но без стрёмной рожи. О, отдай. Молодец. То погодите, у нас теперь два пороха. Нет, изучить. Объединить. Вот именно. Объединить. Вот так освобождается место в инвентаре. Что это за... Это он делает! Что он с ним вытворяет? Он такой, встань и будь уродом! Да почему? Это прям исцелитель, только наоборот. Да! Слушайте, это вам не мистер Икс. От него просто так не уйдешь. А как ты вот здесь сможешь? Что будешь делать здесь? А? Как ты будешь здесь? Ну, не знаю. Кустики обходить меня не учили. Эта тактика мне неизвестна. А, я буду орать от бесива. Ладно, хорошо. Все-таки можешь что-то... Да! Подсечка! Хорошо. Все не так просто. Оп! Как сложно. Ребят, я не могу. Я не могу! Да меня сейчас сожрут! Да меня просто сейчас... Как я это сделал? Что произошло? Она сама такая... Ладно, Женек, я, короче, сама это буду делать. Ты явно не шаришь. Открой мне! Боже мой! Все, надо сражаться. А если экономлю патроны? Я люблю экономить, ребят. Никогда не знаешь, что... Произойдет. Опа, сбор сюжетных предметов. Ненужные вещи, использованные сюжетные предметы. Ага, можно выбросить. Для этого нажмите. А как понять? Все, это можно выбросить. Ага. Все как в старые добрые времена. Так, нас очень жестко потрепали. Давайте изучим. О, прекрасно. Синий камень. Пожалуйста, не входите. Сэр, не входите. Есть. Я не то чтобы рассчитываю убить его со своими выстрелами, и скорее я смогу его немножечко отвлечь. Вот сюда нужно. Ой, боже мой, не хочу. Да, господи! Господи! Да пошла ты! О, я не понял, как это так? Все. Он входит! Он проходит. Я не понимаю. Я не могу. Я... Да не надо. Все, мочи. Мочи. Мочи его в рожу. Я ненавижу эту игру. Пальчик, жми на провел чуточку позже, чуточку позже. Муа. И ты сможешь, и у нас все получится. Ух. Издалека, издалека начали, однако. Ну ладно, побежали. Ну ладно, ну все окей. А, полицейский, как вовремя. Я устал церемониться с вами. Прям на полицейского прыгнул. Что ж ты творишь? Как мне? Оп! Хорошо, пришли к тебе. Да блин! Стоп! Стоп! Стоп, 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 стоп. Как же сложно! Как же сложно! Так, давайте. Станция метро, ну совсем рядом. Чуть-чуть еще джил, деточка! Ну ладно, получишь по щам пару раз, ничего. Главное, домой вернешься. Ну сейчас все будет. Сейчас все будет, давай. Фу, умница. Закрой. Какой кошмар. Сложно, это реально сложно. Вы зря думаете, вы зря смеетесь надо мной. Не смейтесь. И, короче, выстрел по нему совсем не помог. Вот я, по крайней мере, не увидел, что он помогает как-то. Никак не помогает. Фух, еле добрались. Сложно. Давайте сложим этот красный камень. Не знаю, для чего я это их собираю. Ой.
Нет, наоборот. Как-то так. Да и порох пока можно сложить. Кошмар! Самое бесенное, что она вот тормозит на время. Когда ты делаешь уклонение. Просто прекрасно. Супер коп. Я восхищен. Снова в деле? Ага, почти. Нам надо минут 40-30, чтобы закончить проверку. Николай, что там у нас? В городе полно этих тварей. Нам из него никак не выбраться. А что она здесь делает? Она помогает запустить поезд. Не лучшее время, чтобы тащить мертвый груз, друг мой. Она ненадежная. Не может даже спустить курок, когда нужно. Эй, полегче. Фу, ты за нее погибнешь. Спойлеры, спойлеры! Прошу прощения. Мы все немного на взводе. Было бы забавно, если бы персонажи игры спойлерили бы игру. А, да брось, начинай. Он гонится за мной. Я выиграю для тебя немного времени. Эй, погоди, Джилл, стой, нет, черт побери. Да чтоб тебя. Вообще-то, надо игрока тоже спрашивать, хочет ли он гонять от этого чела. Посмотрите, вот смотрите. Я промахнулся, видели? Смысл стрелять тогда? Блин. Нет, 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 пожалуйста. Куда-нибудь спрячьте меня. Это не... мама... Сейчас он через стенку пойдет, да? Есть, я знал, что какая-нибудь кишка меня спасет. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста! Не торопись, Джилл. Все нормально. Не торопись вышибать. Продолжить в упрощенном режиме произойдет некоторые изменения. Нет. Упрощенный я. I know pussy. Она смешно. Она выпендривалась, и он ее такой, надо по щам тебе. Как я прям. Меня тоже очень часто наказывают за то, что я выпендриваюсь. Давай, ускорься чуть-чуточку. Разве так бегают от опасности? Разве так бегут в гонки всей своей жизни? Хорошо, нам хватило на два раза. Давай, еще разочек. Смотрим, где урод. Опа, ну кулак заряжает кулак. Я смог. Опа! Патрончики. Секундочку. Смог. Забрал. Все. Ну как-нибудь! Я не знаю! Тварь! Мы бы все-таки на. Не пинай! Вот те. Вот те. А, стоп! Давай, пока встану. Такой, господи, я не понимаю, что происходит вообще. Стойте! Пожалуйста, нет, не трогай! Не трогай мои ноги! Молодец, Джилл. Смогла. Все, все-таки его можно осадить чуть-чуть. Музыка продолжается. Карлос, как слышишь, Карлос? Черт. Связь не ловит. Неужто ли? Нужно поискать другой путь. Найдите путь на поверхность. О, набедренная сумка. Погодите. Давайте не будем далеко уходить. Сначала вот все близлежащие двери проверим. О! Да, это хорошо. О, карта есть, прекрасно. Карта местности, прекрасно. Она повторяет за мной. Патрончики для пистолета, патрончики для дробаша. И давайте вот теперь, надо сохранять вот такой, в таком варианте себя. Смотрим,
У нас есть день зеленая травка? Нигде нету. Поэтому давайте в целом просто, мне кажется, да, стоит ее сохранить вот так вот. Пестель на максимум, все прекрасно. Пойдемте. Теперь впереди нас ждет много приключений. Целый блок канализации. Мне кажется, еще Resident Evil не было в космосе. Надо в космосе замутить. А? Что? Что это было? Хочу достать. Не получилось. Оп, стоп. Усиление охраны канализации. В контрольных зонах несколько раз видели неизвестного. Мы начинаем замену устаревших механических замков и вводим новые протоколы безопасности. Для разблокировки новых электронных замков необходимо раздать сотрудникам особые батареи. Держите личные батареи при себе во время перемещений по комплексу. Угу. Вот такие батареи нужны. Дверь не поддается, судя по всему, ей нужен источник питания. Так, ну ладно, здесь нечего в этой помойке ловить. Давайте просто... О, боже мой. Эту одежду точно надо сжечь. Граната. Прекрасно. Кто-то спустил гранату. А если бы она мутировала и стала бы огромной гранатой? Что тогда? Да! Вот просто так! Вы погибли, если вы не поняли. Да вы чё? Вы чё, офигели что ли? О таком надо предупреждать, ну это серьезно, жесть какая-то. Чё-то мне казалось, что можно было заюзать, нет? Красивый динозаврик-крокодильчик. Вот я, по сути, пошутил-то очень удачно про гранату. Вспоминая про крокодильчиков, которые обычно выкидывают. И на тебе. Хотя, что я ждал? Во второй части было то же самое. Только был он немного другой. Я забрал? Я подобрал, да. Ладно. А, может быть, вот в эту сторону пойти? Стоп. А я в эту сторону и пошел. Тогда в эту пойду. Или в эту тоже. Слушайте, омерзительнее этого нету. У меня прям животный страх проснулся. На, давайте-ка попробуем гранатку кинуть. И... Было мне неприятно ей как минимум. Что это еще за фигня? Все, она сдулась. Ладно, не буду больше сливать гранаты на это. Можно и так обойтись. Что здесь? О-о-о, взрывчатка Б. Ну ладно, это, видимо, какой-то сюжетный предмет, да? Судя по всему. Можно совместить с взрывчаткой А, чтобы создать зажигательные боеприпасы, или совместить с другой взрывчаткой Б, чтобы создать кислотные боеприпасы. Ага. Ладненько, давайте это все сложим. И вот это да. Что есть? О-о-о-о. И это у нас номер 3. Давайте расскажите нам про гранатомет, счет из оружейного магазина Kendo. Спасибо за покупку гранатомета XXXXXX. Мы внесли специальные изменения в эту модель, чтобы обеспечить совместимость с различными типами боеприпасов. Для оптимального результата обязательно выбирайте боеприпасы в соответствии с ситуацией. Во время покупки мы уже обсуждали, что это обновленная модель, и патронник нужно проворачивать вручную между выстрелами. На это потребуется дополнительное время, но это отразилось на цене, как мы и договаривались.
Запись от руки. Хорошо. Взрывающийся патрон, взрывчатка А, две штуки. Зажигательные боеприпасы А плюс Б. И кислотные Б плюс Б. Артиллерийские мины создать без сложности невозможно. Не стоит запасаться. Они не помогут, если придется сдерживать гам. Гам? Погодите. Это надо сохранить. Это должно войти в историю будущим поколениям. Стоп, а это что? Это я читал? Журнал Лаборанта. 4 марта. Температура воды 18 градусов, pH 6,8. Гам впервые выпустили из резервуара. Двигаются вяло. Боевой потенциал низок. Короче, это, видимо, этот тварюга, да? Крокодильская. 18 апреля. Температура 20 градусов. Пробовали новые гормонные медикаменты. Один вариант дал положительный результат. Боевой потенциал заметно вырос. Особь научилась быстро передвигаться и заглатывать жертву целиком. Да, мы это видели. 30 июня, температура 22. Umbrella официально остановила разработку ГАМ. Нам удалось спасти несколько особей с особенно высоким потенциалом. Доктор Логан Карлайл настроен во что бы то ни стало довести развитие ГАМ до совершенства. 14 августа. Температура воды 25, pH 5,8. Две недели в канализации. Из-за повышенной температуры снизилось качество воды, но особи чувствуют себя лучше, чем мы опасались. Гамма быстро запомнили план тоннелей и два дня исследовали подземную часть Ракун-Сити. Все особи знают нас и ведут себя дружелюбно, но на тот случай, если они выйдут из-под контроля, мы запаслись мощным оружием. Дружелюбно? 11 сентября. Температура воды 23... pH 6.1. Нам повезло. Взятка начальству водоканала помогла избавиться от лишних помех. Но гаммы продолжают расти, и это становится проблемой. Нужно искать варианты. 9 сентября. Температура 21. pH 6.1. В лаборатории забрел работник водоканала, но гаммы немедленно его уничтожили. Это доказывает их пригодность для работы в полевых условиях. Завтра свяжусь с европейским отделом Umbrella. Может, они еще увидят свет. Ах, хорошо. Карта. Теперь нам в эту сторону нужно идти. А труп не исчез, прикольно. Сюда. Вот отсюда? Откуда полезет тварь сейчас? А. Она и правда дружелюбная. Почему? Почему? Я же стреляю. Ага, когда ротик открой, давай. Стоп! О-о-о! Ага! Нет! Друзья, у меня все. У меня все. Теперь только пестель. Или вот эта штука. Надо будет в рот ей, да, зашвырнуть. Сюда можно пройти? Секретка. Что это? Порох. Патроны от шотгана. О, надутый мистер. Но он... Опа, он дневник вел. Записка сотрудника водоканала. И вот опять. На этот раз они схватили Кейна. Я все видел. Одна из этих тварей просто заглотила его целиком, с головы до пят. Я пытался их предупредить, когда две недели назад пропал Билл. Копы заявили, что он, видимо, просто сбежал. А я им, что за бред? У него вот-вот жена родит. Но разве они слушали? Слушали? Нет. Да что за хрень? Сраные сортирные жабы с вонючим дыханием. Только подумаешь, что сбежал, и еще одна падла лезет из тоннелей. От копов толку вообще ноль. И этим бюрократам в штабе тоже доверять нельзя. Следующее жабье рыло получит прям в лобешник. Вот так-то. О, друзья, нас ждет жабье рыло. Погодите, вот, да, мы его встретим. Подобающим оружием. Давай. Пожалуйста, скажите, что хватает. Хватает. Найс. Так, в мусоре порыться. Это наше любимое. Thank you.
Это лаборатория. Здесь их выращивали? Высококачественный порох, а места-то и нет. Твою мать. Погодите, это что такое? Батарея! Места нет. Вообще-то не помешали бы сейвки. Вот серьезно. Стоп, я могу сразу объединить? Хорошо. И давай. Да чтоб тебя. Столько всякого добротного хлама. Ладно, из этого всего мне нужно... Ведь... Да, до сохранялки еще очень далеко будет. Поэтому... О! Можно, оказывается, поворачиваться на Q. Я не знал. Давайте сделаем вот так. Серьезно? Ну ладно, тогда используем это и возьмем. Окей. Наконец-таки мы продвинулись. Любовное письмо. Дорогие мои малышки, уже 3 месяца мы с вами здесь скрываемся. Постоянно вспоминаю, как вы вылупились. От ваших голосков мое родительское сердце так сладко сжималось, это маньяк какой-то. Ваши очаровательные тельца, которые скрывали невероятную разрушительную мощь. И, конечно, ваш вечный неутолимый голод. Вы истинный апогей серии «Охотник». Но нет, вас приказали уничтожить. Подумать только, из-за нескольких мелких уязвимостей они решили, что оружие из вас не получится. Так и заладили про вашу слабость к огню, про челюсть, беззащитную во время кормления. Это, по их мнению, недостаток? Да что они знают о собственных, об особенностях личности? Именно за недостатки я вас так и люблю. Но мы им еще покажем. Здесь мы вместе продолжим развиваться. Мы еще докажем Амбрелла, что вы, мои любимые охотники Гамма, венец творения. Круть. Круть, круть, круть. Мы можем это, вот, не знаю, сюда? Нет. Просто слив. Получается, чтобы... Что нам нужно сделать-то теперь? Нам нужно вернуться куда-то вот... Сюда? Да, нам нужно сюда. И там вот эта дверь, которая была изначально. Где мы узнали про эти батареи. Сейчас ведь выскочит. Сейчас ведь выскочит. Правильно? Правильно. Погодите, а разве я сюда не заходил? Тут был дядя, он был дохлый. А здесь показано, что есть лестница, но лестницы нет. Лестницы нет, эта карта врет. Окей, тогда весь путь обратно. Странно, что лестницы нет. Гори. Ну да. Один хороший выстрел, и она сгорает сразу же. Теперь придется помучиться. Так. Давайте думать, что мы можем сделать. Мистер Гам, вы быть не будете? Релоуд. Релоуд. Последнее. Все, у меня теперь только пестик. Ой, рыгнула под конец, как некрасиво. Я даже не видел этой лестницы.
А вот и батарейка. Стоп, а это что такое? Мы были здесь? Ага, фигушки. Сейчас мы как раз таки придем. Нужный кабинет, и там будет набедренная сумка. О, погодите. А ну вернись ко мне. Нельзя. Все, только так. Одна одноразовая. А, так, в обход. Они все подрасчитали. Так, да, на всякий случай откроемся. О-о-о. Все подрасчитали. Так, там еще одна. Это не дверь? Не дверь? Фу. Как можно это любить? Это существо, оно недостойно, чтобы жить. Давайте посмотрим, куда мы здесь можем пойти. Вон туда. Только туда и можем. Все, валим. Нафиг его. Нафиг его. Оно исчезло. Стоп. Да. Вот мы и вернулись, вот мы и кругаля сделали. Ах. Бррр. Погодите, нам надо забрать ту батарею теперь. Я понял, в чем прикол. Мы открыли дверь с той стороны, и теперь мы можем батарею забрать. Блин! Как неожиданно было. Можем? Да. Опять выпрыгнет, да? Нет, 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 нет. Ой, как долго нам придется бегать теперь. Окей, мы забрали. Так выглядывает. Иди сюда, ну, я не могу протиснуть. Пожалуйста, выходи. Ну, Джилл, твою мать, ну что такое? Так нечестно, я так не играю. Я просто хочу поиграть. Оно ушло? Как вы думаете? Оп! Палим! Черт возьми, как это стрёмно. Какая-то мерзкая, нервозная. Да, придется дофига патрон сливать на эту. Но лучше убить ее, она будет мешаться. Может быть, она то же самое про меня думает? Сколько? Есть. Ох, сейчас она инвентарь наш опустошит быстренько. Я даже просто не рискую. Вот, наконец-таки. Не рискую как-то пытаться бежать. Мне кажется, это невозможно. Она будет хватать нас все время. Взрывчатка. А? Порох. А там взрывчатка А у нас осталась. Помните же, где? Обида. Пожалуйста, отдайся. Ладно, еще найдем. Еще найдем взрывчатку и другую всякую полезную штуку. Ничего страшного, я не хочу возвращаться туда. Это в самый конец идти. Не факт, что... Эй, стой, спускайся. Не факт, что мы не наткнемся снова на гам. И придется лишний раз патроны тратить. Нет, это не в моей природе. Расточительство. Все? Я так понимаю, мы уже будем сейчас выходить из канализации. Карлос, ты меня слышишь? Джилл, слава богу, все в порядке. Ага, я в норме, оторвалась от него. Отлично, метро снова работает. Мы уезжаем, как только ты вернешься. Ну что ж, побежали, надо вернуться. Надеюсь, нам недолго идти. Да я так и знал. Ты где это взял? Ты где это взял? И...
Кошмар. Откуда он все это берет? Где у него припасы? Он сейчас через стеночку, конечно же. Стоп, где мы? Какое-то новое место. Он пользуется оружием? Сюда. Сейвка. Сейвка, да, отлично. Оу, да. Да. Да-да-да-да-да. Объединить. Три штуки. Замечательно. Давай, гранатомет. Все три. Раз, два, три. И сразу заодно инвентарь освободили. Есть. Что-нибудь еще есть? У нас есть здесь взрывчатка B. Ау. А, ну ладно, ничего страшного. Давайте достанем и объединим наши с вами объединительные травки. Вот они будут у нас здесь лежать. Можно еще и... О, да, точно. Достать и порох объединить. И вот это можно достать. Very nice. Что ж, друзья. Мы сохранились. И я думаю, на этом стоит сделать паузу. Продолжим в следующий раз. Если вам нравится Resident Evil в моем исполнении, то шлепните лайк, подпишитесь на канал, вступайте в группу ВК, в Steam, в Instagram, по всем моим соцсетям пройдитесь, где-нибудь вы точно задержитесь, я уверен. Это будет все в описании под видео. Также зацените, там будут плейлисты с другими играми, которые я когда-либо проходил. Особенно если вы новенький. Вам... Я даже немного завидую вам, потому что вам есть что посмотреть. Огромное всем спасибо, с вами был Юджин. Муа, люблю вас всех, обожаю, целую и обнимаю. И, конечно же, 5. Напоследок вы готовы? 1, 2, 3, 5!